Кстати, я не знала, что вы знакомы с Ята, уважаемая Кофуко. Часто его видите? Да время от времени. Надеюсь, вы не нарочно открываете дыры, чтобы не дать мне приблизиться к Ята. Конечно, нет! Моя госпожа на всякое способна, но не на такое. Вы ведь знаете, что мы не поделились с Ята? Ага. Только вот я здесь ни при чем. Случись что с Ята, разразится такая буря, мало не покажется. Позвольте откланяться. Кофуко! Ну ты даешь напугать саму Бешамон! Я так тебя люблю!